Алло, коллеги. Ну чё, там не упал с дерева-то? Я думал, ты с дерева ёбнулся, блядь. Пулемёты шмаляют. И ты сидишь на дереве, Коля, ты с ума сошёл? Господи, я на соседней. А вы там пока чё, пока спокойно, Коля? Ну и ладненько, Коленька, ну и хорошо зато. Ну ладно, ты главное под кустами прячься, не выходи вперёд всех тебя. Шторм начинается, а ты под кустик, блядь, сидишь, последний пошел. Сука, тебя учить-то должна. Ну, я понимаю, что старшей группы. Ну, блин, Коля, ну, знаешь, это раньше кричали за Родину и вперед, а теперь за кого, блядь? За Сталина. Раньше за Сталина, да, за Родину вперед, а теперь за что? Да, за тех, что пацаны, которые погибают. Вот, только за них. Даже за Путина сказать нечего, как говорится. Нечего, потому что он тоже, блядь, он даже, может быть, он даже не знает, что творится на сейчас, в данный момент на этой войне. И он, да не знает он ничего. Там бред. Ну, а может быть, и скрывает. А может быть, он знает, Коль. Ну, бред такой-то, конечно. Сегодня вот танки привезли на Красную площадь, хвастаются. Хваст, мы на Украине эти забрали, мы на Америке эти забрали, хуй вы хвастаетесь, ёбаную мать. Просто у вас телека нет, а я вот сегодня смотрела с утра, пока в город ехала, я хуела вообще. Чему вы хвастаетесь, придурки, блядь.